Thank you.
Помогите женщин! Видишь, я тут. По-волейболу могу так сказать, что на сегодняшний день ивангородская команда играет в усиленном режиме, тренируется. Значит, в отношении успехов мы, естественно, в этом году поднялись, в принципе, высоко. Мы в двух играх, практически на районе мы были на первом районе вторыми, и в кубке мы были тоже вторыми. Ну, сейчас молодежь, два человека мы отдаем Эрнесту Петровичу, главному тренеру. Значит, по Кингисеппскому району отдаем в школу Олимпийского резерва. В Ивангороде на сегодняшний день волейбол поднялся на уровень хороший. На сегодняшний день, по крайней мере, мы видим, что желание к спорту, а именно к волейболу, есть у людей. Это видно из того, что 11 команд. И, естественно, вот сейчас вот я, как руководитель волейбола в Ивангороде, уже, так сказать, приметил... Три человека я приметил, которые будут ходить с сентября месяца тренироваться у нас. Это школьники. Весь вопрос ставится сейчас на школьников. Уважаемые участники, вас осталось мало, нас было больше. Прошел отбор, победили сильнейшие, вышли в финал. Нам очень было приятно сегодняшнее мероприятие проводить, потому что такое большое количество участников, несмотря на погоду. Нам очень приятно вдвойне, что к нам приехал Кингисепп, нас посетил, поборолся с нашими ивангородскими ребятами. Приятно втройне то, что наши ивангородские ребята показали неплохой уровень. Я, честно говоря, сам не ожидал. Молодцы парни. Команда Кингисепп. Все играли, все боролись.